Отдельное спасибо администрации магазина «Фора» за умелую и, с учетом профилактики, организованную работу. Магазин запускает по 10-15 человек. В магазине людей немного. 1-2 человека в отделе. Порой даже у касс никого нет. Нет традиционной очереди для заказа пиццы. Возможно, стоило бы здесь наладить заказ по телефону. Очередь перед магазином с 2-метровыми расстояниями покупателей друг от друга. Иногда подъезжает машина, уезжает, не догадываясь, что магазин полупустой, и все зависит от продолжительности выбора товаров с лаучанами. И, что очень важно, выбор товаров действительно большой. Спасибо «Форе» за заботу о лаучанах. Так держать.